Всем привет! Данное видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах» и сайта mashmaster.ru. Сегодня хочу вам рассказать, сколько же в граммах помещается стирального порошка в чайную и столовую ложку. Измерять мы с вами будем данный стиральный порошок, у меня Ampay, для того, чтобы вы понимали, да? Сейчас мы с вами вместе, для того, чтобы это было наглядно, собственно, взвесим, сколько же грамм в столовой и чайной ложке стирального порошка. Итак, ну что, перейдем к замерам. Я возьму такие две ложки, да, чайную, столовую. И еще у меня есть более компактный размер. Вот такие два вида ложек, да, они более узкие. Посмотрим, сколько входит по граммам в такую ложечку. Для этого я возьму мисочку, включаю весы. Заранее уже насыпала немножечко порошка в мерник. Начнем с чайной. Берем чайную ложку, такую вот с горочкой, да, чтобы вы видели, и высыпаем. У меня получилось 6 грамм. Ну, конечно, вы, думаю, понимаете, что кухонные весы могут немножечко врать. И, в принципе, да, в чайную ложку входит порядка 5-6 грамм. Дальше сейчас высыпаю свой порошок. Снова ставлю миску на весы. И теперь беру большую. Вот так, как бы без горки, я бы сказала. Посмотрим. 9 грамм. То есть в чайную ложечку у меня поместилось 5 грамм, и в столовую ложечку у меня получилось 10 грамм, да. То есть если добавить еще небольшую горку, чтобы было, получится вот около 10 грамм. Давайте еще мы с вами... Напоминаю, да, что я провожу эксперимент на стиральном порошке Ampay. Значит, беру чайную ложечку вот такую небольшую. Также с небольшой горкой. Данная ложка вообще вмещает 2 грамма всего. То есть такой уменьшенный размер. И сейчас посмотрим, сколько порошка входит в большую ложечку. Восемь грамм. Чуть меньше получилось, чем в классическую столовую ложку. Ну вот, надеюсь, что я вам помогла, и вы теперь будете знать, да, что в большую столовую ложку помещается около 10 грамм стирального порошка, а в чайную около 5 грамм, если столовая ложка насыпан порошочек с легкой горкой. У меня все. Если данное видео было вам полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.